Ого! Мамочки! Наливай! И поднимается лава! И огромный толстый мангас хочет нас загробастать! Ай-яй-яй! Ножкам печет! Ножкам с Новым годом! О-хо-хо, детишечки! А что с ногами, Хаги-Ваги? Ты что, левую с правой перепутал? Или тебе в магазине две левых дали? Он не хочет? А-ха! Он какой ты? Вау! Ничего себе! Он голову оторвал и в руке несет! Или это ёршик для унитаза ей вставили в попу, я не могу понять. Что с ней случилось? Мангл, кто с тобой так жестоко поступил? Ребята, круто. А что у тебя провода с трусов висят? Вот это да! Капец, жестяк. Но маникюр зачетный. Педикюр, кстати, тоже. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Вау! Кто это? Эмонгас! Друзья, Эмонгас Хаги-Ваги! Посмотрите, какой он розовенький! Кем сегодня станет Хаги-Ваги? Мы на Валерюшка Плей! Поехали, ребята! Валим! Бегаем! Ого! Он несет! А как он не застрелет в проходе такой жирный Эмонгазик? Ребята, рюкзачком не цепляешься, дружище! Ничего себе он несется! Он круче любого Хаги-Ваги вообще, смотрите, пролазит! Он скользит! У него, наверное, друзья, бока маслом смазаны, поэтому он так легенько проходит, видела? Я ему даже по попке шлепнуть успел. Обалдеть, круто. Вау! Наделали много эмонгазиков, и пусть они, друзья, валяются. И поднимается лава, и огромный толстый эмонгаз хочет нас загробастать. Ай-яй-яй, ножкам печет, ножкам бобо. Блин, лестница закрыта. Ого, застрял. Друзья, круто, он застрял в проеме. Это же, друзья, как его зовут? Напишите нам в комментариях, да. Как этого парня зовут. Так, это Санс, по-моему. Да. Круто, красавец. Слушай, тебе там череп не жмет? Ого, куда он делся? Улетел. Ребята, какой он прикольный. Какой ваш любимый FNF персонаж? Напишите нам в комментариях. И поддержите лайком эту серию. Досмотрите до конца. Сегодня очень много крутых музычка, модов. Хаги-Ваги. Так, ну что, где он? Где ты, красавчик? Пробегаем. Ого! Мамочки! Эй, слушай, он страшный. Я его так вблизи не видел никогда. Это жутко очень даже. Спускаемся. И куда сейчас, Лера, ты помнишь? Да. Назад. Ребята, несется. Так, ай, Он на нас так посмотрел, ребята, что мне стало не по себе. И мои мурашки убежали и укусили меня за попку. Так, и что-то я затупил, я не понял. Где он? Спускаемся. Итак, ну что, дружище, падай. Где он делся? Он упал уже? Вон он. Ого. Далеко. Друзья, кто же следующий? Хаги-Ваги. Хаги-Ваги решил нас поздравить с Новым годом. Хо-хо-хо, детишечки. А что с ногами, Хаги-Ваги? Ты что, левую с правой перепутал? Или тебе в магазине две левых дали? Круто. Обалдеть. Он, наверное, друзья, когда на оленях Санта-Клауса летел, нечаянно газ тормозом перепутал, друзья. И у него ногу повернуло в другую сторону. Так, ладно, короче. Несется! Жесть! Хаги-Ваги, тебе шапка не дали? Да. А где твой, ребята, мешочек? Где его мешочек с подарками? Хаги-Ваги, он нас поздравить хочет с Новым годом прошедшим. Хаги-Ваги, мы тебе не верим. И придется удирать. Так, куда? А он опять здесь? Ого! Смотри, у него даже лицо движется. Да, ребята, крутяк, какой сегодня Хаги-Ваги тебе понравится больше? Да. Напиши нам. Итак, вы, когда уже конец. Стой, мы не хотим твоего Нового года, мы тебе не верим. На те ящичкам с подарками прям по башне. Где он? Он не хочет? Ха-ха! Он так вылетел. Он обычно с ящика, без ящика никогда не вылетал. Так, поехали, друзья. Poppy Playtime, Chapter 1. Кто же здесь будет наш любимый Хаги-Ваги? Берем синюю руку-хваталку и помчались, как обычно, проходить нашу любимую с вами игрульку. Так, так, робобот наш лежит. Где моя это... Сломанный робобот. Хваталка, так вот. Кто же там будет? Давайте, друзья, посмотрим. Нажимаем. Кто же там пик, может пик, быть? Пик. Открывайся. И кто ты? Воу! Мангл! Это Мангл из ФНАФа? Ничего себе! А чё она такая странная? Она такая всегда была? А чё у неё такие ноги разнообразные? Ничего себе! Она какая-то, мне кажется, собрана из оставшихся деталей конструктора других персонажей. А что у неё с хвостом?
Это ручка переключения передач в автомобиле или что? Или это торчушка? Или это ёршик для унитаза ей вставили в попу? Я не могу понять. Что с ней случилось? Мангл, кто с тобой так жестоко поступил? Ребята, круто. А что у тебя провода с трусов висят? Вот это да! Капец, жестяк. Но маникюр зачетный. Педикюр, кстати, тоже. Так, ребята, поднимаемся, посмотрим поближе. Классно, как прорисовано, посмотрите. Очень здоровски. А что у него на ладошке? А у него получается, это кто у него такой? Так, ну это понятно, 8 рядов зубов. А это у него получается какой-то персонаж в руках был? А ну, вот этот. Сейчас. Так, это у него бантик, ладошка. Это, видимо, ладошка на нас будет ловить. А это... видимо, какая-то у него голова в руке. Так, ладно, выключаем гравитацию, вернее, включаем. И погнали, сейчас она будет, друзья, за нами бегать. Валим. Опа, рученька. А интересно, за дверью она стоит? Давайте смотреть. Так. Проход через стены. Проходим. Нету. Мангл, где башка? Зато хвост есть и одна нога. Нечаянно, друзья, может она вообще за дверью? Может у нее голова в руке? Может у нее голова в трусы провалилась? Непонятно ничего, не знаю где. Вот кто у нее. Это ее, видимо, вторая голова. Посмотрите, какая прикольная. С глазиком. Это называется мангл двухголовый. Ладно, возвращаемся обратно в реальный режим. И погнали, друзья, проходить. Так, кассеточку. И побежали, друзья, с вами наверх. Где нас ждут самые классные приключения и где мы должны с вами найти вторую красную руку. Так. Выключаем гравитацию и отправляемся посмотреть, где нас ждет мангл. В каком коридоре она притаилась. Ни в одном из туннелей ее нету. А может быть здесь? Нету. Мангл, ты где? Не прорисовали? Друзья, обалдеть. Ладно, включаем гравитацию назад. И погнали, друзья, нам нужно с вами что-то... А, руку ж надо получить, да. Вставляем аккумулятор и получаем, друзья, сейчас нам конвейер привезет нам руку нашу, и мы сможем отправиться с ней в нашу любимую комнату. Получаем игрушечку, показываем вам ускоренный вариант. Да. Ставим на сканер и сейчас посмотрим, как оживет наш любимый ФНАФ Мангл. Так, надо подготовить коробочку, чтобы, если что, сразу быстренько при ее помощи сдрыснуть. Так, ребята... Проходим. Ну, какой ты? Вау! Это вторая голова. Ничего себе! Он голову оторвал и в руке несет. Она. Обалдеть! А, это она. Слушай, мне кажется, ее как-то вообще собирали из остатков запчастей поломанного запорожца. Посмотри, она вообще на себя как-то не похожа. А может, она такая и есть? Ребята, кто знает, что случилось с Манглом? Так. Будешь на нас идти? Не хочет. Стесняется. Ну, хвостик зачетный, прям вообще. Смотри, она башкой крутит. Башка в трусы провалилась. Ребята, Мангл, кто с тобой так сделал? Ну что, давай с тобой заселфимся. Улыбайся, тебя снимают. Она нас укусит? Ладошка. Чё, как? По лбу такая, ба, у нас. Дай пятюню. Мы такие дали пятюню, ребята, своим черепом. А мы такие... Слишком рано умирать. Да. Нам пишет игра, что мы рано умерли. Мы согласны с тобой, игра, да. Но ничего не поделаешь. Мангл оказалась недоброй. Да. Поехали. Ну, теперь мы точно знаем и будем, друзья, убегать. Воу, побежали. Так, ребята, проходим. Валим. И сейчас будем играть в догонялки. Мангл, ну что ты опаздываешь, ё-моё. Медленная такая. Ребята, Мангл это мальчик или девочка? Кто знает? Уу, поехали. Так, сейчас она здесь появится. Вон она за сеточкой. Несется. Красивая такая, милаха. И башкой крутит. Смотрите, как сейчас и маятник. Так, пробегаем. Ого, ничего себе. Как она такая здоровая помещается в такой маленький тоннель? Слушай, ты там ушами не цепляешься? Да нет. Уиу! Какой ваш аниматроник любимый, друзья? Напишите нам обязательно, какой сегодня хаги-ваги вам понравился больше. Ву-ху-ху! Ай! Вы, блин, закрыто! Кто поломал все проходы? Мангл, это ты, вредная лиса? Да, я. Это, наверное, жена Фокси, точно. Говорит, твоего Фокси мужа не видели? Он пошел в магазин и пропал 3 года назад. Это не... Мы никакого отношения к этому не имеем. Так, спускаемся. Где? Куда? Что? Я вообще все забыл. А, где? Вау! Ребята, давайте поближе посмотрим, какая она красивая. Сваливаем. Так. Воу! Как она быстро бежит. Да! Обожаю мангл из ФНАФа. Она меня, походу, нет. Уезжаем. И что? Сбрасываем коробочку с подарками. Гаджа! У-ху-ху!
Прощай, ФНАФ. Она об все трубы ударилась, ребята. Жалко-то как. И неудобно. И цветочки. Прям даже не знаю. Так, мама, сейчас мы вам покажем еще одну приколюху. Мы покажем вам на закрытых текстурах, где этот мангл, друзья, или это мангл прячется. Так, выключаем, друзья, гравитацию. И начинаем летать по карте, как бешеная пчелка. Так, где же, в какой ты трубе, признавайся. Друзья, прикиньте, какая система туннелей была простроена в игре Poppy Playtime. Сколько всяких ходов, проходов и всяких разных конвейеров. Вот она! Нашли мы тебя, красотульная. Ну кто же это у него в руке, друзья? Кто знает, что это за голова у нее дополнительная? Наверное, ее вторая башка. Наверное, ее второе я. Друзья, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games и, конечно же, Family. Не пропускайте. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Нажимайте на следующее видео. Ждем вас там. Пока.